Наш весенний телеканал АТВ и я, Михалыч, представляем прогноз погоды на 6 марта. Ожидание праздника, мужики, это самое главное. Всем, кто нас смотрит, здравствуйте. По республике местами небольшой снег, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха по северным районам ночью минимальная минус 35, местами 39 мороза, зима еще сопротивляется, но днем 16 градусов мороза. По центральным районам ночью 29 морозов, по востоку до минус 33, днем 11 ниже нуля. По южным районам ночью минус 23, по юго-западу до минус 30, а днем всего минус 9. В нашей обожаемой столице без осадка, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура ночью 24 мороза, максимальная днем минус 8. Атмосферное давление будет слабо падать. Здоровье – это то благо, которому человек наиболее равнодушен. Так что, друзья мои, занимайтесь физкультурой и ведите здоровый образ жизни. Как говорится, береги рубаху снова, а здоровье с молоду. Вот такая весенняя погода ожидает вас. Искренне на... We'll be right back.